Наряды с кокошником, расписные платья, школьная форма, плащи. В Барнаульском парке «Изумрудный» юные красавицы показали уникальные коллекции одежды. Вокруг подиума собрались десятки зрителей. Оторвать взгляд от моделей и их красочных нарядов никто не мог. На показе дизайнерской одежды объявили и победителей фотоконкурса «Самая стильная модель», который проводила «Комсомольская правда Барнаул». Жители региона в течение 10 дней выбирали самую стильную девушку в категориях «Мини», «Литл», «Литл Макс» и «Янг». Из 45 претенденток победу одержали 4 модели. Их армии поклонников остается только позавидовать. Награждается Катя Маркелова, город Бийск. Звездочка, победительница, кстати, конкурса «Маленькая красавица Алтая». Победительницам вручили корону, дипломы, призы от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса. Почему ты растопила сердце зрителей? Потому что я красивая, индивидуальная, потому что я веселая, добрая, отзывчивая. Сегодня ты тоже выступала на подиуме. Поделись своими впечатлениями. Мне было чуть-чуть страшно, но я все страхи убрала и выступила. Вообще я не ожидала, что я выиграю этот конкурс. Были надежды на моих любимых девочек, которые очень сильно меня поддерживают. Когда ты ходишь по подиуму, какие у тебя чувства возникают? Легкость, порхание, ровная спина. А в обычной жизни помнишь про ровную спину? Да, я друзей этим и доканываю. Помимо Кати и Арины, еще две модели завоевали корону от «Комсомольской правды». Они также делятся эмоциями. На протяжении 10 дней конкурса это просто был непрекращающийся азарт. Мы постоянно следили за рейтингом, и когда я увидела надпись «Конкурс завершен», это просто непередаваемые эмоции. Я безумно рада. На данный момент я планирую участвовать в конкурсе «Мисс Барнаул», и вот участие в конкурсе «Мисс Стиль» — это первый шаг к этому. Когда я хожу, я не чувствую ни волнения, ни страха. Я чувствую то, что я на этой сцене королева, я иду, и все смотрят на меня. Мне очень нравятся эти ощущения. Почему пошла в модели? Ну, наверное, это мечта с детства. Я всегда хотела быть в центре внимания. Хотела, чтобы люди на меня смотрели. Поэтому пошла сюда, чтобы более увереннее в себе стать. Модельная как раз это раскрывает. Все победительницы фотоконкурса занимаются в модельном агентстве Татьяны Боевой, которая и организовала показ дизайнерской одежды в Изумрудном парке. Юные модели говорят, что их педагог и наставник ежедневно вдохновляет и вселяет в них веру в то, что они покорят подиум любого уровня. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.